Здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. И так, мы в прошлой серии закончили на том, что нас, короче, куртизанки учили маскироваться. Вот. Также мы нашли, короче, какой-то тайник, но туда еще не пошли, мы только значок нашли. Здание, короче, в виде глаза. Вот. И я думаю, давайте изначально, короче, попробуем сейчас с вами этот тайничок, короче. Так, где он? Тайничок этот, короче, найти. Верно, где-то. Вот он. Вот этот тайник, короче, в виде глаза. Кошачьего, что ли? Так, смотри, подключение какое-то началось. Ладно. Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. Охренеть. Загрузи его в мой компьютер. У меня талант к дешифровке. Я не могу открыть его, он совместим только с самим Анимусом. Тогда отправь его Десмонду. Просто не верится. Так, вот, что там удерживаете? Смотри. Привет. Я... Наверное, ты знаешь меня под именем Объект 16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе кое-что показать. Нам всем лгут. Все, что мы знаем. Все, что нас научили. Все это ложь. Хорошо. Я загрузил в компьютер файл с доказательствами, но я разделил его на 20 частей. И снабдил каждую пароль. Осторожность не повредит, да? Королева Изабелла? Нет, не она. Какой цвет, а? Неважно. Пароль к первому файлу спрятан на этой странице. Найди его. Найди их все. И тогда ты узнаешь правду. Снова какие-то секреты, короче, снова. Что за хрень? Как это оказалось в нашем анимусе? А, блок памяти. Я перенесла блок памяти 16-го из Абстерга в анимус 2.0. Наверное, он взломал его, когда Видик оставил его одного между сеансами. Минутку. Знаки на стенах в Абстерге написаны кровью. Это подсказки. Он говорит нам, чтобы мы искали их в анимусе. Вначале получить доступ к файлу. Смотри. Мы искали... Так, какая-то, смотри, штукенция тут. 5 из этих мифов выросли на одной и той же почве. Смотри, покров тайны, и тебе откроется истина. Воу. Воу. Так. На одной и той же почве. Еще мне делать? Какую-то, короче... Разгадку, что ли? Какие-то... Это головоломка. Да. Это головоломочка, короче. Смотри. Походу. Дело. А можно ли как-то, не знаю, тут... Как-то... приблизить что-то. Смотри, тут приблизить можно. Окей, смотри, Амур и Психея. Что здесь имеется? Психея. Так. Короче, какие-то надо что-то искать, смотреть. Ой, погоди. Приблизить. Так, окей. Да что-то, почему? Почему выходит? Смотри. А. Здесь яблоки, там яблоки. Где? Заманал. Ладно.
Смотрю, здесь вот яблоки, да, все. Что-то, короче, надо искать то, что их объединяет, короче. Смотри, яблоко. Тут яблоков нет, кроме слона. Смотрю, здесь яблоко. Что у нас? А, нет. Короче, смотри. Да, блин. Так, смотрим, короче, с яблоками ищем. Нет. Вот этот по-любому с яблоком, да? Грехопадение. Так, дальше, смотри, здесь нету, да, яблок. Дальше. Вот это с яблоками. Так. Блин. Так, вот это с яблоками, по-моему. Шняк. Вот эта штука с яблоками. И, наверное, вот это. Вот, отлично. Смотри. Яблоко Эдема, что ли, или как она называется, да? Пароль найден. 24568. Нажмите, чтобы ввести пароль. Так, смотри. Воспроизвести. И все. Это все, что мы можем, короче, воспроизвести, да? Окей. Такой короткий ролик. Понятно. Короче, смотрите, надо из таких коротких роликов собрать там вот такую целую цепочку. Понятно. Но будем искать, стараться, значит, да? Пробовать. Вот. Ну, кстати, смотрите. Есть две страницы кодекса еще, которую должен расшифровать Леонардо. Ладно, окей. Скомпилирована неизвестная программа, символы. Ну окей. Так. Это мы нашли. Ну что, отправляемся к следующей точке. У нас, по-моему, здесь больше пока заданий никаких нет, только точки обзора еще остались. Давайте, наверное, мы как раз все равно здесь рядом. Давайте сгоняем. Ну, к этим куртизаночкам. Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный, такой милый. Теперь, потекли. Когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Так, смотри, козырь в рукаве. Отправляйтесь в мастерскую Леонардо и узнаете, не может ли он починить клинок Джованни. Короче, Леонардо это, походу, нехеровый такой друг семьи, короче, да? Так, смотри, нажмите «Нанять группу». Можем нанять группу. Отдача приказа, смотри. Ладно, окей. Ладно, окей. Давайте отправляемся, короче, к этому. К да Винчи. Потихонечку. Нас научили скрываться. Теперь мы можем как тень быть. В принципе. А в принципе мы можем, короче, побежать
по крышам. Нас, в принципе, тоже никто не заметит и не догонит. Ой! Я что-то не думал, что здесь проем между домами. Окей. В толпе скрываться это слишком долго. Это на крайняк, короче, будем делать. Вот. Нам, в принципе... по крышам удобнее будет лазить. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, погоди, погоди, погоди ты. Да слази, не ругайся. А почему не схватился? Я нажал Shift. Почему он там за уступ не схватился? Что вот эти заблески такие? Что-то... о чем говорит? А, недоступна зона, понятно. Зона недоступна там. Так, окей, мы прибыли. Заставило мужчину вести себя так. Настоящее мужское эго. С ней замешана женщина. Замешана женщина. О, Эцо Аудиторе. Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Пойдем сюда. Ох, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцо. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Медиспиаче. Стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Короче, кодекс, да? Он... Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Вот. Готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамente? Извини, но это обязательно. Да ладно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Да ладно. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его Шутник. Переделали. Можешь оставить свой палец себе. Так, нажмите, чтобы выбрать спрятанный клинок. Окей. Я думал, зависло сначала. Окей. Так. Спрятанный клинок. Невероятно. Это точно. О. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Я думал, извини, зависло. Только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы, Леонардо?
Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. Так, что там из да Винчи? А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас? Короче, сейчас нам надо это... Спасти. Ну что, хватит? Держи. Блин, какие же они все жестокие, да, вообще просто. Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опытов. Нормально? Дает город для опытов. Какие там опыты-то еще? Подними тело тоже. Так, погоди. Я думал, здесь как-то в обход. И никого ничего не удивляет, что я такой, знаете, труп несут, короче, на руках просто мимо людей. Смотрите, причем у него глаза открыты у этого трупа вообще просто. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджиле Эмея Маджи. А, нормуль, да? Короче, вот эти страницы кодекса, это получается у нас чертежи, короче, да? Получится спрятанный клинок. Смотри. Леонардо у нас расшифровал наши два кодекса. Давайте посмотрим. Документы. Страницы кодекса, да? Нет текста, приблизьте камеру, чтобы увидеть изображение. Приблизить. Да, это, короче, смотрите, это чертежи таких клинков. А, это еще тогда... А, текст, смотри. Я провел с артефактом уже много дней, или это были недели, месяцы, я уже не знаю. Время от времени ко мне приходят люди, они предлагают еду или развлекают меня. Они говорят, что мне нужно на время прекратить мои знания... мои занятия. Амалик считает, что я должен навсегда оказаться от них. Но я еще не готов. Я должен понять. Это яблоко Эдема. Может, это оружие, хранилище сведений, и то, и другое. И кто умножает познание, умножает скорбь? Я могу понять это высказывание в переносном смысле, но в прямом. Возможно ли это? Неужели существует мир, в котором для войны нужны не мечи и доспехи, а идеи и сведения? Назначение яблока очень простое, даже слишком. Подчинение, контроль. Но процесс, методы и способы, которые оно использует, это нечто поразительное. Всем, кто попадает в его сияние, оно обещает то, о чем они мечтают. А взамен яблоко просит только об одном – о полном и безоговорочном повиновении. И кто бы мог отказаться от такого предложения? Я помню свой момент слабости, когда слова «Аль-Муалима» потрясли меня. Он, мой второй отец, оказался моим злейшим врагом, и одной лишь тени сомнения было достаточно для него, чтобы управлять моим сознанием. Но я победил его в фантомов, обрел уверенность в себе и отправил Аль-Муалима в мир иной. Я освободился, но теперь я думаю, освободился ли я? Ведь я снова отчаянно пытаюсь понять то, что я поклялся уничтожить. Все потому, что у Яблока есть своя история, и мы должны узнать ее. Я чувствую проблески какой-то великой силы. Нам всем угрожает опасность. И мой долг защищать нас от нее. Я не должен, я не могу повернуть назад, не узнав истину, короче. Короче, это
из первой части, да, получается, из первой части, как у нас там звали-то этого ассасина, блин, я уже не помню. Вот. В конце мы там сражались с Аль-Муалимом, короче. Куча фантомов у него было. Из-за этого яблока, короче. Так, спрятанный клинок в бою. Окей. Так, ну что? Что у нас тут дальше по заданиям вообще есть? Что еще мы можем с вами замутить? Снова к куртизанкам? Или давайте к точке обзора сбегаем? Откроем что-нибудь. Давайте сбегаем к точке обзора. Посмотрим. Может, какие-то дополнительные задания там откроются. Нам бы еще, блин, как-нибудь указывали, знаете, всякие вот эти вот штуки. А, ну, в принципе, карты же нужно покупать. Торговцев картинами. Я их забыл про это. Ну, как-нибудь, да, купим, короче. Сейчас еще немножко подкопим деньжат. И подкупим карт. Как раз... прилично так местность откроем себе. Так, это получается туда на часовню, что ли? Или мы же там были уже, нет? Мы же там уже... Смотри, там кровище, да, кому-то голову отсекали, что ли? Не надо так делать. Окей. Или это где-то... О, смотри, там пюре есть. Или это где-то в другом месте. А это дальше. Я говорю, мы же здесь были уже, да? Мы уже открывали эту точку обзора. Значит... В другом месте, где-то там. Ну смотри, давай мы... Так, куда ты? Давай мы с тобой перо возьмем. Так, надо как-то туда перепрыгнуть. Перебраться. Опа. Нормально, да, так получилось. Сумасшедший это ты, а я реалист. Так, окей. Интересно, что будет, если все крылья собрать? Причем это, фишка-то в том, что младший, короче, брат, да, он говорил то, что если я соберу все крылья, он там типа даст какую-то фигу, там фичу какую-то нам зафигачит. Но его ж казнили, как мы теперь получим это все? Так, отлично. Отлично. Синхронизировано 9 точек. Все четко. Так, и у нас ничего опять не открылось. Окей. Ну что, мы смотрите здесь. Вот так вот сейчас и пройдемся, да, вот так вот. Опа. Потом сюда, да, наверное. Или нет. Давайте пройдемся вот так по периметру, да, откроем, короче, точки сейчас. Вот. Все будет штиково у нас с вами. Так, прыжок веры, ну понятно. Про прыжок веры можешь не рассказывать, я уже вроде как научился использовать его. Так что,
Можешь меня не учить теперь. Воу-воу-воу-воу. Не нажал кнопку. Пошел ты. Сам ты кретин, а? Нифига он такой, просто там робокоп, дядька злой полицейский. Вообще просто. Я убью всех нарушителей. Знаете, я этот? Я убью всех, вот он, поймайте его, немедленно. Местный Бэтмен, знаете. Воу-воу-воу-воу-воу. Стопэ. А, у меня же эти клинки-то не выбраны, я думаю, что за херня-то. Я думаю, что он не бьет-то нифига. Я его так укожила. Ладно. А я подошел такой тупо ему, короче, по щам настучал. Вообще. Спасибо. Так, куда? Вон туда, да? Если на экране появился значок глаз, это значит, что на здании есть глаз, короче. О, понятно. Понятно. Так. Собор Санта-Кроче. Самая большая церковь францисканцев в мире. Украшен фресками Джота, а его часовня построена Филиппо Брунеллески. Считается одним из шедевров архитектуры эпохи Возрождения. Святой Франциск и его последователи считали, что Иисус прислал своих сторонников принять объект бедности и сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, не имейте по две одежды. Так откуда у монахов-католиков, принявших обет бедности, такая роскошная церковь? Дело в том, что в 1322 году Папа Римский объявил, что обет бедности францисканцев является незаконным, а у самого Иисуса была собственность, и он хотел, чтобы его последователи тоже владели собственностью. Это означало, что францисканцы были вынуждены собирать деньги и земли, которые в свою очередь забирал папа, тем самым доказывая, что толкование Библии может быть весьма прибыльным делом, особенно если ты папа римский. Вот так вот. Понятно, да? Короче, хочешь замутить бизнес? Иди в церковь, короче. Окей. Так, смотри. У нас где-то... Эдди. Где-то... Сказали, есть... Глаз. А церковь, что ли? Привет. Коль, не шутишь. Так, погоди. Блин, а на красном должно так вот выделяться, светиться. Да? Странно. Так, ладно. Сейчас мы замутим что-нибудь. Так. Чё-то не вижу я нифига никаких тут значков, глаз, короче. Самой церкви здесь где-то. Заведу. Нет. Нет. Чё-то не вижу. Чтобы включить, отключить. Да зачем мне сейчас отключать? Мне надо, короче, это глаз этот найти. Так, в смысле? Добраться что-то.
Погоди. На, сюда внутрь, что ли, надо? Не уезжаю. Нифигашечки. Воу-воу-воу-воу! Твою мать, сорвался. Да что ты не залазишь-то нигде? Вот баран-то. Где угодно можно залезть, где угодно можно залезть, да херушки, что-то ни хрена не смотри, не лезет, ни хера не цепляется нигде. Молодца. Так, ну вот смотри, я вот так вот делаю, а дальше, дальше-то. А, во! Отлично. Вон оно чё, как получилось. Так, окей. Но... глаз я этих не увидел, что-то не нашел. Ладно, синхронизируем, короче, а глаз мы будем уже смотреть, искать в следующей серии, потому что видос уже подходит к концу, короче. Карта обновлена у нас. Что у нас там появилось-то? Есть что, нет? Есть что, нет? А ничего нет. Окей, друзья. Ну что? Давайте, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, короче, вот в этой серии так и поблуждали, в принципе. Ну, приобрели клинки, это тоже нормально, вот. Немножко поразгадывали истину. И в следующей серии попробуем найти, короче, глаз и продолжим рассматривать точки обзора и дальше во фрагмент... вот, сюжетный фрагмент. Окей. И не забываем комментировать, короче. С вами был Валерий. Всем пока.